Дорогие выпускники, у вас сегодня торжественный, в то же время и несколько печальный день. Вы заканчивали школу и вступаете во взрослую жизнь. Уверен, что несмотря на все сложности и проблемы, которые были за эти годы учебы в школе, все-таки, несмотря ни на что, будете вспоминать эти годы с теплотой и любовью. Будете вспоминать своих преподавателей, учителей. И, безусловно, будете продолжать дружить. Школа подарила вам верных, надежных друзей, которые должны и обязательно пойдут с вами вместе по жизни. Перед вами открываются, распахиваются двери в будущее. Человек всегда должен думать о будущем. А в такие дни, часы, минуты не думать о будущем невозможно. Судьба судьбой, но многое, если не главное, будет зависеть именно от вас. Поздравляю вас и желаю вам удачи.